Ничего себе, сколько вас тут! Привет! Давайте знакомиться! Я Веселун Хохотун! Меня так назвали, потому что я люблю веселиться и хохотать! Опля! Вот так! А вы, ребята, вы любите веселиться и хохотать? Ну, это здорово! Значит, мы с вами подружимся! Только проблема у меня одна есть. Подружка моя потерялась. Рёвушка. Ну, девочка такая, вечно плачущая. Не видели такой? Видели. Не видели? Жаль. Потерялась она. Мы тут в лесу ищем кое-кого. Ну и мы идем. Долго-долго идем. А она все плачет. Плачет и плачет. Плачет. А я же хохотун, я рев вообще терпеть не могу. Ну и решил я ее развеселить. Достал хлопушку и аккуратненько над самым ухом как бабахну. Буду сейчас развеселиться. Но не тут-то было. Она вообще не знает, что такое веселье. Она как? Заревет пуще прежнего, да как в лесу бежит. Вот уже час ее ищу и найти не могу. Но найти-то надо, она хоть и рева, да все равно мой друг. А друзей бросать нельзя. Нельзя. Пойду дальше искать. А вы, ребята, если вы ее увидите, скажите, чтобы здесь сидела, меня ждала. А я чуть позже обратно сюда приду. Скажите? Да! Не подведете? Да! Ну вот точно, мы с вами подружимся! Пойду искать! Рёвушка! Ау! Рёвушка! Thank you.
это я-то корова, а ты, хохотун-болтун-дур на смех, вот. Так, нечестно. Мы только начали играть, а ты уже обзываешься. Ты первый начал. Играть я с тобой не собиралась. И вообще, мы не для того сюда пришли. Да мы уже целый день идем. Скучно. Ты вон хоть спряталась, поплакала вдоволь. А мне же радоваться надо, веселиться. Ну давай поиграем. Ну хоть чуточку. Ну пожалуйста. Да не умею я веселиться. Я ревушка, я плакать люблю. Иди с кем-нибудь другим поиграй. Так ты, моя подружка, с кем мне еще играть? А вон, смотри, сколько ребят в зале. Вот с ними играй, а мне дай спокойно поплакать. Ну вот, опять ушла, еще подружка называется. Ладно, ладно, давайте с вами поиграем. Во что нам поиграть с вами? Вас вон сколько много. Места здесь не очень много. В прятки не поиграешь. Я знаю одну игру. Мы тоже называется. У нее правила очень простые. Я говорю фразу, а вы мне хором отвечаете. Мы тоже. Договорились? Да. Поиграем. Давайте начнем. Я люблю веселиться и играть. Я люблю праздники! Мы ровные! Я умею стоять на голове! Мы ровные! Я люблю ковыряться в носу! Мы ровные! Мой друг никогда не слушает взрослых! Мы ровные! А моя подруга Лёвочка прямо корова! Вот ты вредный! Никакая не корова! Зачем отзываешься? Еще и ребят заставил! Никого я не заставляла, не сами. Ну, то есть мы в игру такую играли. Хватит, наигрался уже. Ты не забыл, у нас дело есть. Так я-то не забыл. Это тебе все время поплакать надо. Ты ж сама сказала, пойди с ребятами поиграть, пока ты наревешь. А я уже наревелась. Хватит, пошли дальше. У нас важное дело. Точно. Дело у нас действительно важное. Пойдем. Ребята, а знаете, какое у нас дело? Знаете, куда мы идем? Мы идем к самому Деду Морозу. Нас Снегурочка позвала. Сказала, что у нее для нас есть дело важное. О, ваша Саша нужна. Ой, а что, если она заболела? Ай, не реви, у нее, наверное, подарков столько много, что она и нас решила обрадовать. Пойдем, я знаю. Вы прибыли на место назначения. Вот, видела? Мы прибыли. Куда? На место назначения. Там же его Снегурочка прислала. Значит, она где-то здесь. Но здесь нет Снегурочки. А, действительно нет. Но, надеюсь, она не совсем пропала. Совсем пропала! Так, так, так.
прекрати реветь. Давай лучше ее поищем. Давай. Так, под этой елкой ее нет. Под этой тоже нет. И тут нет. Ребят, вот там снегурочки нет? Нет. Посмотрите хорошенько, вот там вот. Ребят, а вы снегурочку не видели? Нет. А посмотрите по рядам, нигде ее нет? Нет. Слушайте, я придумал. Нет. Я придумал, чтобы снегурочку найти. И точно сюда пришла. Мы сейчас на 3-4 все вместе ее позовем. Готовы? 3-4 Это страшно! Вы хотите нас обидеть? Я поняла, это опять
Баба-Яги, вот же зараза! Да какая Баба-Яга? Вы совсем ничего не понимаете. Я виртуальный разум. Я живу в ваших гаджетах, в телефонах, планшетах, компьютерах. Я интересный, красочный, увлекательный, полезный. Я всюду. Люди жизни без меня не представляют. И скоро все станут моими пленниками. Да что вы такое говорите? Да это же бред! Ну не могут люди подчиняться каким-то там гаджетам. Да, не могут. А вы посмотрите на Деда Мороза. Это да. Целый месяц играет без остановки. И что же нам делать? Дедушка Мороз в плену виртуального разума? Это значит, Нового года не будет? А как же праздник? А кто же поможет ребятам подарки под елочку? Ой, беда! Так, стоп! Не надо реветь. Здесь надо разобраться. Виртуальный разум, скажи, какая у тебя цель? Зачем ты хочешь захватить все человечество в плен? Для вашего же блага, что тут непонятного? Чтобы мир развивался, чтобы люди больше знали, больше успевали, чтобы прекратились войны на земле, чтобы не было больше голода, чтобы люди были веселее и счастливее. Ну, быть веселым и счастливым, это я люблю, это мне нравится. Но в плен тебе я не пойду, не дождешься. Да, ты так уверен. Конечно уверен, я веселун хохотун, я веселый, смешной, озорной, заводной. Правда, ребята? Да, слышал? Хорошо, я не спорю. Только ответь, пожалуйста, сколько будет дважды два? Дважды два? Да это каждый школьник знает. Ребят, сколько будет дважды два? Четыре! Молодцы. А сколько будет семью восемь? Семью восемь! 56! 56, понятно? С этим вы справились. Молодцы. А сколько будет 245 умножить на 17? Ну, тут так сразу не скажешь, ребят. Сколько получается у вас? Не получается? Тысяча. Вряд ли тысяча. А у меня калькулятор. У меня есть калькулятор. Я сейчас все решу. 165. А говоришь, что не дашься мне. Ты же и так уже у меня в плену. Кто? Я? Вот телефон посмотри! Ну ты же не смог сам решить сложное уравнение. За калькулятором полез. А калькулятор – это мой предок. Тоже гаджет с виртуальным разумом. Да-да, я бы и сам смог без калькулятора! Да-да, хохотунчик у нас очень умный. Он бы и без калькулятора смог. Не забирайте его в плен, пожалуйста! Верю, мол бы и сам. Наверняка в школе учился. Таблицу умножения, сложения, вычитания должны знать все. Ну а я могу помочь, когда что-то сложное нужно решить. Найти ответ на какой-то вопрос. Или же просто найти какую-то информацию. Вот это место вы как нашли? А ну так, ну по геоточке вот. Сам? Это тоже вы? Ну, конечно же. Я — это и мессенджеры, и приложения, и игры. TikTok, Instagram, другие соцсети — все это и многое другое тоже я. Виртуальный разум. Так вы хотите сказать, что вы не злодей, а наоборот, наш друг? Ну, конечно же. Так, стоп. Ишь ты, благодетель нашелся. О, друг, а это как называется? Его ты от чего спас? Здесь я не виноват. Это все обычные человеческие слабости. Во всем, даже в самом хорошем, должна быть мера. Играть можно, но не больше часа в день. Иначе можно превратиться вот в такого вот зомби. Дедушка!
Дедушка Мороз, зомби! Что же теперь будет? Слышишь ты, ум за разум! Быстро возвращай нам нормального Дедушку Мороза! Дети подарки ждут дома под елочкой! Нет, так дело не пойдет. Без меня уже совсем ничего сами не можете. Еще и обзываетесь. Не буду вам помогать. Сами думайте, как Деда Мороза в чувство привести. А мне пора обновление установить. Я отключаюсь. Эй, ты куда? Стой! Поздно. Отключился. Это что же? Дедушка Мороз останется в плену у этого планшета? Немножко не кисне. Надо не слезами горе помогать, а думать, как нам решить эту проблему. Давайте, правда, подумаем. Давайте. Ну что ж мы раскисли-то? Давайте думать. Если дома будешь,
развлечением, пожалуйста, не надо заниматься. Так и быть, помогу вам. Вы сказали, что дети праздника ждут подарков, а без Деда Мороза праздника не будет. Да, все верно. Вы очень внимательны. Ну вот, пусть дети заработают себе праздник. Расскажу вам, как спасать Деда Мороза только после того, как дети выполнят мои задания. Если смогут, конечно же. Приступим тогда. Задание первое. Ребята говорили, что тоже любят играть в виртуальные игры. А смогут ли они сказать название игры и имя героя? Внимание на экран. Пока это игра, ребята. А теперь угадайте правила. Знаете ли вы эти тренды?
феникс найдись. Последнее, но с ускорением. Танцуете хорошо, а умеете ли петь? Я буду вам включать известную мелодию, а вы должны ей подпевать. Поехали! Давайте подпевайте все вместе! А знаете ли вы современные песни? А сейчас специально для мам и бабушек. Давайте!
Я готов вам рассказать, как спасать Деда Мороза. Только для этого вы должны решить вот такую задачку. Внимание на экран. Так. Вот эта задачка.
люди. Тут ситуация нестандартная. Но есть у меня еще одно верное средство. Какое? Я сейчас отключу питание в его планшете, а вы в это время громко его позовите. Договорились? Все вместе скажем «Раз!»